Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я делаю вот такие вот шоколадные цифры, довольно незамысловатые и несложные. Просто на этом примере хочу показать, нужен ли в принципе кондитеру такая вещь, как скальпель. Для начала я возьму шоколад, шоколад беру любой. У меня, конечно, здесь не шоколад, а шоколадная глазурь, она просто быстрее сохнет. И взяла вот такой вот коврик, я не знаю, упаковочная такая штука. Все уже давно делают как шоколадные соты такие с помощью пупырки. И это похожая такая же мягкая упаковка. Просто благодаря ей получится шоколад такой похожий на пористый сверху. Распределяю шоколад довольно толстым слоем, чтобы мои циферки потом были толстые. И оставляю на некоторое время схватиться. Вы видите, вот в серединке еще блестит, не схватился, а по краям уже схватился. Но я могу наметить свою циферку. Вот такой вот я заказала скальпель. Я смотрела у нас в городе, в кондитерских магазинах, скальпели где-то порядка 80 гривен стоили. Это довольно дорого, я его никогда не покупала. Потом лазила я по Али и нашла такой скальпель, а потом начала именно искать у них. И заказала я этот скальпель, он вышел что-то дешевле 40 гривен. И в нем еще 5 лезвий дополнительных было. Я его заказала, и, о чудо, он просто невероятный, он очень острый. Вы видите, он режет шоколад. Без проблем вы можете шоколадные фигурки какие-то вырезать. Абсолютно прекрасно ним вырезать какие-либо цветы, лепестки. В общем, очень удобно. Обрезать мастику вокруг торта тоже очень удобно. Но я всегда пользовалась роликом для пиццы, поэтому мастику там я не обрезаю. Вы видите, скальпеля очень тонкий наконечник такой. Его ручка очень удобная, эти лезвия выкручиваются. И если вдруг вам захочется тоже такой скальпель, можете посмотреть. Я на всякий случай оставлю ссылочку на такой скальпель, как у меня, в описании. Конечно, может быть, цена у данного продавца поменяться. Может, вы посмотрите, может, у другого продавца будет дешевле. В общем, обязательно посмотрите. Для начинающих кондитеров, я думаю, будет интересно, что такой скальпель, он просто незаменим, и его хватит очень-очень надолго. Плюс того, что мне пришло, во-первых, бесплатная доставка, во-вторых, пришло новой почтой к нам. Пришло где-то за 2 недели, поэтому почему именно прошу обратить внимание на ту ссылку, которую я сброшу. Если вам понравится, обязательно себе оставьте в избранное. Там потом посмотрите, нужен он вам будет или нет. Но я очень довольна осталась после того, как его заказала. Вы видите, он хорошо вырезает. Я себе просто наметила, так как тороплюсь, поэтому очень быстро. У меня здесь еще серединка не совсем застыла, поэтому приходится по несколько раз проводить, потому что не застыла. Вокруг прекрасно оно вот обрезает шоколад. Я, если честно, вот за несколько месяцев не затупила еще ни одного лезвия, поэтому мне не приходилось менять, но вроде менять их довольно просто. Что еще хотела сказать, у нас в городе, допустим, продаются те скальпели, что я говорила, где-то порядка 80 гривен, но только с одним лезвием, и все. Посмотрите, вот какая, кстати, текстура получилась у моих шоколадных цифр. Я вокруг еще обошла так пальчиками теплой руки, чтобы чуть-чуть смягчить контур. Вот такой вот пришел мой скальпель. Вы видите, в белой штучке там еще дополнительные 4 лезвия, и одно уже было в скальпеле. Теперь хочу покрасить просто кондурином свои шоколадные цифры. Здесь вообще ничего сложного, особенно, вы знаете, кондурин прекрасно смотрится на шоколаде. Он золотит и серебрит очень хорошо, именно темный шоколад бесподобно смотрится. Мне, кстати, очень много сейчас посылочек идет из Китая, еще идут с другого сайта, с New Chic идет. Я потом вам покажу, что мне придет, и тогда уже расскажу, потому что сидела в декрете, ничего не заказывала. Начинаю потихоньку обратно печь и начинаю заказывать. Кому будет интересно, обязательно пишите. Я повыбрасываю видео того, что мне поприходило. С ним, возможно, какие-то рецепты или как этим пользоваться добром. Я заказала такой себе экструдер для печенья. Ну, в общем, все расскажу и покажу, когда мне придет. Вот такие цифры у меня получились. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.